Доброго дня, шановні глядачі! В ефірі телеканалу «Миколаїв». Програма «Це вас хвилює». В студії працює Марина Шкорупська. Я рада вас вітати. Сьогодні, як завжди, по понеділках говоримо про наше здоров'я. Отже, будьмо здорові. Бажаю всім міцного здоров'я. Це головне, що в нас може бути. І сьогодні з приводу цього з нами в студії Самойлов Андрій Леонідович, головний лікар Миколаївського обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Доброго дня вам. Добрий день. У нас нічого такого катастрофічного сьогодні не сталося, але якщо у вас за темою будуть питання, ви можете набирати номер телефону, який буде періодично з'являтися на екрані, це 76-92-42, задавати свої питання, що стосуються Центру екстреної медичної допомоги. І ми обов'язково відповімо, якщо це буде в нашій компетенції. Отже, Андрій Леонідович, ви до нас сьогодні з екстреною новиною, такою не катастрофічною, навпаки, я думаю, що такою новиною, яка має змінити щось в наданні екстреної медичної допомоги, так? Це відкриття нової диспетчерської. Що це таке? Все правильно, да. За вот этим большим названием «Служба экстренной медицинской помощи и медицина катастроф» лежит старое название. Это служба скорой помощи, которая выполняет ту же функцию, которую выполняла. Я хочу напомнить, что с 2012 года мы начали объединение в единую юридическую структуру. То есть все абсолютно бригады скорой помощи, вне зависимости от места расположения их на территории области, перешли в подчинение одного юридического лица. Это случилось в 2013 году. И в 2016 году нами закончено техническое переоснащение оперативно-диспетчерской службы. Это совершенно новый объект, он находится по другому адресу, в отличие от предыдущей диспетчерской. Отличается наличием двух больших операционных залов, серверной. И сутью этого процесса является более качественное и быстрое приближение к пациенту после получения сигнала 103. Мы замыкаем этот сигнал на территории областного центра. Если до теперешнего времени структуры получали сигнал в зависимости от того, где на территории области находится, ну, в зависимости от района, то теперь весь сигнал в течение последующего первого квартала, он будет с помощью технических вопросов, которые будут решаться на протяжении этого периода, перенаправляться в единую диспетчерскую. У диспетчера будет карта области с размещением бригад скорой помощи, абсолютно все бригады. У нас ежедневно выезжает 84 бригады по всей области. По всей области, да. 30 бригад, 30-31 это город Николаев, все остальные расположены в разных районных центрах нашей области, и не только районных центрах. Что это дает? Нахождение места движения автомобиля скорой помощи, либо место нахождения, дает возможность более четко, правильно, грамотно, а самое главное, быстро направить бригаду скорой помощи к человеку, который вызывает и требует медицинскую помощь. То есть диспетчерская, она не только принимает выклики, так, как раньше мы телефонували за местом нахождения. Например, я мешкаю в Корабельном районе, я телефонувала до Жовтневої ЦРП. І мені звідти присилали допомогу, да, так? Да, а да. Зараз як? От якщо от простіше людям пояснювати. Тепер диспетчер видит бригаду, да? Получает вызов с любого нашего там районного центра, населенного пункта, ну, это не имеет значения. Он видит наиболее близко расположенную бригаду, посылает ей этот вызов, и бригада имеет у себя смартфон. Такой, ну, собственно говоря, аппарат, ну, по аналогии, для того, чтобы зрителям было легче понять, такой принцип вызова такси, да, то есть медицинская бригада реагирует на данный адрес, который у нее высвечен на смартфоне, нажимает кнопку и о том, что они приняли этот вызов. Этот вызов будет сопровождаться до того времени, пока медицинская бригада не ответит. То есть какие-то условия, задачи о том, что не увидел, не услышал, они уже в этой работе не принимаются. Пока медик не отобьет о том, что этот вызов принят, он будет висеть красной строкой и сигнализировать о том, что есть определенная ситуация.
Якщо ніхто не відгукується. Якщо ніхто не відгукується, є альтернативні істочники, це радіостанції, це плюс мобільні телефони і тому подобне. Ця диспетчерська служба відрізняється тим, що ми використовуємо в ній абсолютно всі елементи зв'язку, які придумані на сьогоднішній день. Для того, чтобы избежать возможной катастрофы непередачи информации. То есть, ну, по сути дела, это невозможно. У нас будет линейный канал 103, у нас будет IP-телефония, и у нас будут два оператора работать, Vodafone и Kyivstar, у бригады скорой помощи. Это будет единый номер для всех, так? Да, будет единый номер 103, и можно здесь не бояться, что вы попадете там, в соседнюю область, либо в другой район и тому подобное. То есть вы попадете однозначно в диспетчер Начкалова 93. Мы с начала 2017 года будем уже являться процессом документального утверждения. Мы являемся не просто абонентами 103, мы, вот эта служба теперь является оператором. То есть по аналогии с другими представителями связи, это достаточно серьезное очень оборудование, серверное, ну, которое предоставляет услугу 103 на территории Николаевской области. Можна задати ще питання щодо кількості бригад, отже ви озвучили, це 84 бригади, якщо я не помиляюся, так? Да. 30 Миколаїв, 54 область. Да. Чи достатня стільки, така кількість бригад на таку область, якщо в Миколаєві 30? У мене логічно виникає питання. Значит, таке кількість бригад в 12-му році ми прийняли, об'єднання структури. Да, звісно ж, цього недостатньо. Недостаточно почему? Потому что мы не можем везде, согласно штатному расписанию, требованию к штатному расписанию, разместить бригады скорой помощи. И, ну, это логично, понимая районные центры, населенные пункты, которые расположены от районных центров. Это понятно, ну, основываясь на тех данных дорожного покрытия и тому подобное. То есть, но есть требования 10 тысяч населения на одну бригаду. Если мы можем концентрировать, по сути дела, в городе чуть большее количество бригад, то, к сожалению, населенные пункты селищного типу, да, они не очень попадают в эту категорию, потому что недостаточно небольшие, как правило, по своему населению. Мы надеемся, что здесь мы будем иметь такую юридическую подоплеку, как создавать бригады на определенных территориальных единицах, когда будут укрупняться громады, и когда мы сможем это население суммировать и где-то понимать, где нам нужно располагать бригады скорой помощи. То есть путь понятен, да, как бы остается как бы реализация его правильная, и я думаю, что последующие годы, это как раз вот то, что мы, ну, мы и ставим эти вопросы перед руководством, о том, что увеличивать бригады нужно, это первая задача, а второе, нам нужно уходить от, и не всегда это нужно делать, объясню почему, потому что очень много непрофильных вызовов, на которые бригады отвлекаются, не оказывая ту первостепенно экстренную медицинскую помощь, а занимаясь немножко второстепенными медицинскими вопросами. То есть тут, ну, вот такое двоякое, как бы есть двоякая ситуация. Ну, будем выбирать правильный, оптимальный путь. Если у вас, если уже торкнулися темы визовів, які, на думку лікарів, там вважаються не екстреними, а люди все-таки викликають, то от ваші побажання як медиків, коли не варто турбувати швидку допомогу, коли можна почекати і щоб ви встигли до тої людини, яка дійсно потребує вашої допомоги? Важно, вот имея, допустим, статистику, вот давайте как бы сильно далеко не забегать, вот у нас период острых респираторных вирусных заболеваний, который такой пик его был до Нового года, это температура плюс, иногда минус, да, вот то, та среда для развития, собственно говоря, данных и бактерий, и вирусов и тому подобное. Гриппозной инфекции, кстати, у нас было не так и много, а вот острореспираторная достаточно сильно превалировала. Так вот, основная часть людей, которые обращались к нам по поводу острой респираторной вирусной инфекции, это люди, которые 3-4 дня находились дома, по сути дела, не предприняли попытку посетить семейную амбулаторию, не получить рекомендации медицинских работников по профилактике данного заболевания, имея какие-то первоначальные симптомы недомогания.
дождавшись уже, конечно же, той ситуации, когда высокая температура и тому подобное, мы не имеем права отказать, должны обслужить этот вызов, назначить терапию, направить больного для амбулаторного наблюдения в семейную амбулаторию, либо госпитализировать в стационар. Но вот это вот те дни золотые, они упущены абсолютным большинством населения, если вот анализируя Николаевскую область, огромный процент это город Николаев, то есть это вот те дни, которые упущены, и где можно было достаточно быстро обратиться за медицинской помощью, получить рекомендации и не доводить, собственно говоря, стадию заболевания. Тобто, замість того, щоб викликати швидку допомогу, можна було звернутися або викликати дільничого лікаря на дом, якщо да. висока температура була. Второй такой достаточно частый, это хронические сердечно-сосудистые заболевания, это высокое артериальное давление. И я хочу, чтобы все понимали, скорая помощь действует симптоматично по отношению к какому-то пациенту. То есть мы можем снизить давление, да. Но, как правило, эти пациенты, опять же, не находятся ни на каком учете. Они считают, что там, или большинство людей считает, что разовый прием какого-то медицинского препарата, либо в данной ситуации препарата, который снижает артериальное давление, приведет к стабилизации состояния. Но это не так. Поэтому обращение в лечебное учреждение первичного профиля на ранних стадиях, то есть это то, что мы всегда забываем, это диспансеризация, то есть это состояние уважения к своему организму, здоровью, то, что должно предшествовать вот дальнейшим таким вот как бы шагам в лечении. Дякую, у нас звонок в прямом эфире, мы работаем. Алло, мы вас слушаем. Алло. Доброго дня. Добрый день. У меня такой вопрос. Где-то уже 2 года тому назад я упала, голова, я пожилой человек, голова закружилась, я упала и на спину. Сильно болела у меня, и вызвали скорая помощь приехала и говорит, а чего вы, врач скорой помощи, говорит, а чего вы нас вызвали? Я говорю, а к кому я должна обратиться? Они переглянулись друг на друга, ну ладно, мы вас возьмем, но мы точно знаем, что вас оттуда отправят. Меня привезли туда, в травматологию, в БСМП. И когда сделали рентген, оказалось, что перелом позвоночника и с смещением в сторону центрального нерва. Положили, я целый месяц пролежала в больнице. Вот как надо было мне поступать, если у меня вот такое случилось, а скорую не надо было вызывать или как? Нет, вам нужно было, вы сделали все абсолютно правильно. Это тактически неправильно себя повела медицинская бригада. Здесь нет абсолютно никакого другого, никакой другой схемы поведения медиков. Они должны были, понимая ту первичную симптоматику, госпитализировать вас. Или отвезти в приемно-диагностическое отделение, ну, в частности, больницы скорой медицинской помощи для принятия дальнейшей тактики лечения. Бригада поступила абсолютно неправильно. И, как бы, морально, перш за все. Так? Вони да, по... совершенно верно. Вчинили да, сами дії, вони правильно, вони да, відвезли. Я могу сказати, що ми акцентуємо на этом большое внимание. Почему? Потому что в наше сложное время как раз накалять ситуацию по... вот я отвечу так на этот вопрос, как руководитель. У скорой помощи есть абсолютно все. Начиная от топлива, медикаментов и превосходных автомобилей и диагностической аппаратуры, та, которая не должна разозлить медицинского работника по отношению к пациенту и сделать все абсолютно правильно для ну, принятия ну, решения в дальнейшем. Але оцей, Андрій Леонідович, людський фактор все-таки існує, так? І ми не можемо його взагалі відсувати на подалі. І ось такі скарги, особливо вразливих людей, людей, які вже в поважному віці, коли вони взагалі потребують для себе, як діти, якогось ставлення. А для лікаря це черговий виклик. От якось ви ведете роботу з працівниками щодо цього? Совершенно верно. Жалоби дійсно є, і, як правило, вот вони похожого характеру. Жалоби є на... ну, на элемент, наверное, черствости как бы в работе медицинских работников, ну, не только у нас, а в общем. И
Могу ответить на это так двумя какими-то такими тезисами. Первое, это, конечно, люди, которые работают на скорой помощи, как и в медицине, это обычные люди, у которых есть те же вопросы, проблемы и тому подобное. Это, конечно же, не объяснение и не повод. Есть действительно среди нас люди, которые в этой профессии живут, они действительно профессионалы, начиная от медицинских назначений, оканчивая тактикой поведения с больным. Есть люди, которые действительно не совсем адекватно оценивают ситуацию. Каждая жалоба у нас рассматривается, как бы мы готовы их принимать. То есть несется за это медицинской бригадой достаточно серьезная ответственность, вплоть до там, вынесения выговоров и дальше административные наказания, которые ну, влекут к тому, что ситуация там не повторяется. Почему? Потому что ну, пытаемся влиять на эти. Ну, к сожалению, такие случаи бывают. Да. Дякую за відповідь. У нас знову дзвіночок. Мы вас слухаємо. Доброго дня. Здравствуйте. Доброго дня. Добрый день. Я хочу обратиться к руководителю. Скажите, пожалуйста, как действовать и вести себя пациенту, если приехавшая скорая требует деньги, не имеет значения, пожилой это человек или ребенок. Это был установленный факт, чи загальне питання? Да. Это лично на своем примере я говорю. Отвечаю вам на этот вопрос. Значит, на скорой помощи есть абсолютно все медикаменты, абсолютно все. И никогда не слушайте там, ну, человека, который вам заявляет, что он там под этим предлогом, что мы что-то сами купили, абсолютно весь перечень медикаментов, которые протокольно Министерство охраны здоровья разрешает применению в скорой помощи, есть. Первое. Второе. Естественно, обращайтесь в правоохранительные органы. Никак можете первично и к нам, либо в том же режиме, но обращайтесь в правоохранительные органы к требованию о деньгах при оказании медицинской помощи. Конечно же, это незаконно, и предлогов для этого нет. Поэтому ну вот мой ответ, как бы мы не собираемся скрывать эти случаи, как бы всегда можно в интернете найти телефон приемной главного врача, обратиться с жалобой по этому поводу и опять же говорю, правоохранительные органы, которые компетентно разберутся в данном вопросе. Дякуємо вам за питання, дякую, Андрій Леонідович, за відповідь. Я думаю, що нам потрібне таке спілкування, щоб вас почули, і ви почули, які виникають питання у пацієнтів і тих, хто користувався послугами швидкої допомоги. А до того, як відповідати на питання, ми з вами говорили про віддаленість районів, селищ, а от за вашими розрахунками, за тими розрахунками, які зроблені на нову диспетчерську таку, у який час прибуття у найвіддаленіше селище, наприклад, від того місця, де знаходиться швидка допомога? В 2012 году вышла постанова Кабинета министров о вот этом времени прибытия. 10 минут – это городская местность, 20 минут – это сельская местность. В этой постанове есть второй пункт. Умовы выполнения доїзду до пациенту можливі при нормальном дорожном покрытии, первое, при нормальных метеоумовах и третье, при відсутності эпидемичной ситуации. То есть, объясняя как бы так более детально, мы готовы и хотим выполнить этот норматив, и вот диспетчерская, вот анонсирование створения этой единой оперативной диспетчерской, зачем она нужна? Это сократить время приема информации и передачи к бригаде, да, то есть мы его должны максимально скомкать, это не должно быть 2-3-5 минут, это должна быть мгновенная информация и не терять вот эти вот драгоценные минуты. Но опять же, обеспечить время доезда, не имея нормальных дорог, не имея, допустим, в зимний период, и в данный момент тоже есть, как бы, да, то есть не везде идеальные условия. Так ну, мягко кажучи. Мягко кажучи, да. И кроме того, да, есть населенные пункты, которые в районах области, в которых ближайший пункт скорой помощи находится даже при хороших летних условиях, мы к нему добираемся около 40 минут. У нас очень сильно выручают
ФАПы и семейные амбулатории, где у нас есть четкая связь для оказания первичной медицинской помощи, вот экстренной. Пока доберется бригада. Да, совершенно верно. И пока доедет бригада, для того, чтобы обеспечить вот оказание той помощи на вот этом вот этапе. Как бы отказов никогда не было, мы все слышим друг друга. Как бы, поэтому. Дякую вам. У нас снова дзвеночек. Доброго дня, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я хотела задать такой вопрос. У меня внуку было, ему 22 года. Было очень плохо. Ночью поднялась моментальная температура, а ему температуру нельзя. У него сосуды головного мозга, в общем, на группе. И приехала скорая, там посмотрели, что он такое творил. Сделали там какой-то укольчик и уехали. Говорят, ничего страшного. Через час его начало бросать, как эпилепсия. Подбрасывала еще больше температура. Я звоню опять на скорую. Да что ж это, ничего не помогли это. Они приехали, смотрят и говорят, да, у него 40 температура. Это, ну дайте ему анальгин. А он абсолютно не глотает. Он вообще не вменяемый был, не понимал ничего. Дайте ему. Я говорю, как же я ему дам анальгин, он же не глотает. Короче, они, ну, в больницу заберем. Он в такие больницы не может поступать. Я же говорю, он на группе. Уехали. Но я утром позвонила, мы уксусом обкладывали его с очередью, все, чтобы сбить температуру. Утром я позвонила участковому врачу, попросила, придите пораньше, потому что вот такое. Она пришла и говорит, надо диметрол с анальгином сделать. Так что скорая не могла это сделать. Мы сделали, понизили температуру. Я позвонила на Володарского, его лечащему врачу, говорю, вот такое с ним было. Он говорит, это на почве температура, у него такое поднялось. Ну так скорая не могла сделать анализ с димедролом? Ну, скорая могла сделать, но вы по вашему вопросу, я слышал, что первично было сделано жаропонижающий препарат, первое. Опять же, ну, я, ну, в частности, не могу абсолютно четко вам ответить на этот вопрос. Почему? Потому что если это группа, это, скорее всего, психоневрологическое заболевание, насколько я понимаю. И здесь, наверное, ну, сложно ограничиться каким-то вопросом просто жаропонижающих препаратов. Ни в коем случае я не пытаюсь сейчас оправдать. Мне желательно было бы иметь больше информации для того, чтобы понимать тактически, что было неправильно. Но если все заключалось просто в жаропонижающем препарате, ну, наверное, как бы не так все легко бы было. И, ну, если нужно разобраться и понимать, как бы, да, а нужно, чуть попозже будет продиктован телефон, и вы сможете со мной связаться, как бы, и дать информацию и более детально. И конкретнейше розглянути цей випадок саме. Да. Дякую за дзвінок. І вже не так багато часу у нас залишилося. Я знаю, що для цієї нової диспетчерської служби зараз набираються люди, тому що потребує, яких фахівців потребує ваша диспетчерська служба і що за люди набираються? Значить, у нас буде увеличений штатний состав оперативно-диспетчерської служби. Уже робота в цьому направленні ведеться. Ми приглашаємо на роботу середніх медицинських працівників. В частности, это фельдшера и медицинские сестры, которые по каким-то причинам, может быть, не работают в лечебных учреждениях. Кто хочет изменить форму и условия работы, это достаточно комфортные условия. Такого, по сути дела, наша диспетчерская, мы немножко позже там и продемонстрируем и фильм о ней. Это достаточно уютные, комфортные условия работы, современные абсолютно, с и такое элементарное требование, это знание компьютера на, ну, на таком обывательском уровне. Это будут те люди, которые приниматимут вызовы, так? Да, это будут люди, которые важно иметь медицинское образование для понимания диагноза, да, и что дальше нужно делать. А всему остальному мы будем учить человека, как работать в программе, как работать в единой этой системе оперативно-диспетчерской службы. То есть, и важно, вот то, о чем мы, возвращаясь вот к ошибкам медиков, к этому, важна очень коммуникабельность. Мы хотим по-другому построить общение диспетчера и пациента. Это должна быть не такая роботизированная какая-то прием информации, это должна быть нормальная коммуникабельная речь,
с... Меня поддержать, возможно, так? Да, совершенно верно, да. В тех случаях, когда это нужно, да, то есть это не должно быть абсолютно всегда, но в тех случаях, когда это нужно, диспетчер должен найти полную коммуникацию с пациентом, либо с человеком, который вызывает к определенному пациенту медицинского работника, и научиться, как бы, могу сказать, что у нас вот нет этой культуры совместного общения. Нету культуры диспетчер-пациент, пациент-диспетчер. Мы тоже получаем очень много негативных таких вот, собственно говоря, вопросов первоначально. Как бы, ну, объем... Заздалегідь негативное ставлення, да, просто. Да. Собственно говоря, ничего не произошло, но уже как бы имеем негативизм изначального общения и понимание, что происходит. Поэтому вот эту вот, вот эту такую серьезную как бы проблему в коммуникабельности в 2017 году мы должны убрать с нашей работы, как бы научиться. Сколько таких людей вам потребно? Значит, у нас дополнительно потребно сейчас 35 физических лиц. Мы ждем, уже у нас есть телефон 558236, это телефон кадровой службы 558236. Мы принимаем звонки, говорим, что нужно при себе иметь. Приблизительно к концу января мы будем со всеми общаться и будем принимать решение, как бы, о дальнейшей совместной работе. Есть какие-то обмеження у віці? Нема обмежень по бажанню? Нема. Вот, вот те, которые я сказал, это желание коммуникабельно общаться с пациентом, первое. Второе, элементарное знание компьютера. И, ну и третье, это понимание медицинской, как бы, тематики, диагнозов и тому подобное. Дякую. И за каким номером телефона можно звернутися до вас? До мене, да, глядачці, яка по внуку-інваліду, 21-40-63, телефон приймальний, залиште там своє повідомлення, там вкажіть, там конкретизуйте ситуацію, ми, і оставте свій зворотній телефон для того, щоб ми з вами зв'язалися. 21-40-63, я сподіваюся, що ви встигли записати, а ми встигли, я сподіваюся, все розказати, так, Андрій Леонідович? Очень що... много розказувати, ну, в то ефірне час, яке нам відведено. Так, да. Я думаю, що це не остання зустріч. Ми хочемо побачити ваші комфортні умови для нової диспетчерської. Запрошуємо вас. Так. Бажаємо, щоб все сталося так, як гадалося. Тим більше відкриваєтеся ви в такий ще великий різдвяний цикл свят. Це чарівний час. Я думаю, що з благословіння цього періоду все у вас отримується. Дякую, що були сьогодні з нами. Андрій Леонідович Самойлов, головний лікар Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. А я бажаю вам, щоб ви були здорові. За тиждень зустрінемося тут і знову поговоримо про наше здоров'я. До побачення, до нових зустрічей.